представляете вы какой-то секрет, традиции, в смысле представители, как научной общественности, преподаватели вуза, студенты, аспиранты, так и представители духовных объединений, центров Украины и зарубежья. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Уважаемые муфтият России и Белоруссии Литва, уважаемые председатели местных мусульманских общин, уважаемые участники сегодняшней конференции, уважаемые все наши гости, позвольте от себя лично, от имени нашей организации Всеукраинской ассоциации общественных организаций, поблагодарить вас и приветствовать вас на нашей конференции. Дорогие братья, уважаемые организаторы, председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Ганиддин поручил мне представлять нашу организацию здесь и попросил зачитать его приветственное послание. Абсолютно все сферы деятельности общества на Земле тесно связаны с таким понятием, как умеренность. Именно поэтому тема круглого стола, принцип аль-масатэ и ислама, теория и практика особенно актуальна сегодня. Само возрождение ислам было и остается религией середины и неприемлемой крайности. Всю жизнь мусульманин обязан стремиться к балансу, срединности и гармонии в жизни. Послание Всевышнего, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, неоднократно подчеркивал, что ислам является религией середины и прямо запрещал чрезмерность. Остерегайте чрезмерности в религии, ваши предшественники погибли от чрезмерности в религии. Как саморегулирующая система, ислам имеет внутренние инструменты, способные сбалансировать систему в случае возникновения внешних либо внутренних угроз. Одним из таких ключевых инструментов является принцип аль-васатия. Аль-васатия – один из основополагающих принципов ислама, означающий умеренность, сбалансированную середину, отказ от крайности и радикализма. Феномен васатии – не новое явление для ислама. Он присущ исламской традиции со времени пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И впервые как шариатский термин встречается в священном Коране. Термин «аль-васатия» происходит от арабского слова «васат» – «середина». И во второй суре Корана, в 143-м аяте, который упоминали уже многие наши уважающие муфтии, Всевышний Аллах характеризует исламскую умму такими словами. «Итак, мы сделали вас общиной середины», то есть умеренности. И на самом деле принцип аль-васатия, это, я должен сказать, гениально. Вот я наблюдаю за развитием, за дискуссиями, не только в этом зале, вообще, можно сказать, в исламском мире. С моей точки зрения, это гениальный ответ. Гениальный ответ вот этому пространству, секулярному пространству, которое навязывает, пытается навязать тот образ ислама, который не соответствует. Я представляю мусульман Беларуси и говорю о том, что тема, которая объявлена в конференции, это умеренность в исламе, она очень актуальна и очень большое имеет значение, особенно для нас, для мусульман Беларуси, так как у нас многонациональная мусульманская община. И очень важно, чтобы мусульмане Беларуси придерживались умеренности, а главным принципом умеренности является это терпимое отношение друг к другу, терпимое отношение, может быть, к другому мнению, как в рамках ислама, так и за пределами ислама по отношению к другим конфессиям. Мне очень приятно участвовать на конференции, которая посвящена вопросам исламоведчества в Украине и также вопросу уасатия или умеренности в исламе. Этот вопрос очень важен в наше время, потому что большинство мусульман в постсоветском пространстве или в Европе не понимают так называемого фикха или понимания времени и места. И потому аль-васаты или умеренность нас возвращает к настоящим знаниям ислама и помогает решать множество проблем, с которыми как раз сталкиваются мусульмане в Европе и
советском